дорогие друзья! Добрый день и привет из Амстердама! У нас ровно 2 часа, а по московскому времени это 3 часа, поэтому начинаю свой эфир. Вижу знакомые имена и говорю сразу, что очень рада, что вы меня нашли, что нашли вот этот вот аккаунт, да, Art Story Trip. Молодцы, потому что у нас сегодня интересная тема, и интересные места, и интересный рассказ, интересная история и очень интересный главный герой, скажем так. Я сейчас начинаю свой эфир. Вначале я закреплю название по стопам Винсента. Вот, я это сделала. Дорогие друзья, подключайтесь. Я буквально покажу вам, как выглядит центральный вокзал. А покажу вам еще, как выгляжу странно сегодня я. Потому что у нас очень странная, наверное, типично голландская погода. Это когда сильный ветер, ослепительное солнце, и каждый момент может пойти дождь. Вот такая у нас погода. То есть погодка, когда вы берете с собой и дождевик, и солнечные очки одновременно. Вот посмотрите, как я выгляжу. Та-дам! Поэтому иногда будет, наверное, дуть ветер, да? Может быть, моего голоса будет немножко похуже слышно, потому что я буду ходить. Но имейте в виду, это Голландия, по-другому здесь невозможно, хорошо? Друзья, начинаю я свой рассказ с места, куда, в принципе, приезжают практически все туристы, которые захотели навестить наш прекрасный город. Так вот, и оказываемся мы сейчас на этом же месте, только в конце, ну, скажем так, вторая середина и конец 19 века. Сейчас будем говорить о Винсенте Ван Гоге. И далеко не все знают, что Винсент Ван Гог был человек, который очень много путешествовал и в своей жизни жил примерно в 20 разных местах. И да, он прожил тоже больше года в Амстердаме. Это факт. Я сейчас расскажу вам нечто потрясающее. Он приехал в Амстердам вообще не для искусства и вообще не для того, чтобы писать здесь картины. Этим он займется только после того, как уже побудет в Амстердаме. А что же он здесь делал? Какая у него здесь была цель? Вот наконец-то сейчас я буду вам это все рассказывать. Друзья, я надеюсь, меня хорошо слышно, да, потому что еще раз, погода сегодня у нас такая изменчивая. И вот, смотрите, я сейчас вам покажу, как выглядел центральный вокзал, или именно, вот как бы, скажем так, это место, в то время, когда Винсент Ван Гог в 1877 году приехал в Амстердам, то здесь еще никакого вокзала не было. Но через примерно 10 лет, да, или немножко больше 10 лет, вокзал начнут строить. Вот я сейчас показываю вам фотографию, да, сделанную примерно в 1895 году. И посмотрите, да, какой будут строить шикарный вокзал. Вот вы, это этот же вокзал, да, прекрасный наш известнейший архитектор Пьер Кюйперс, тот же архитектор, который будет строить
наш национальный музей, Рейхсмюзеум, построит тоже вот такой роскошный вокзал. Вот еще вам фотография. Видите, прям вот именно этот же угол. В принципе, смотрите, ребят, вот прям я смотрю, прям вот показываю вам этот же угол, да, и это все вот стройка идет, да? Но, еще раз, когда наш Винсент Ван Гог появится в Амстердаме, то он даже этой стройки еще не увидит. Дело в том, что он попадет на, так вот еще раз, стройка я вам показываю, да, как будет вокзал строиться, на искусственных островках, которые специально для этой пользы, значит, здесь будут сделаны, да? А когда наш герой Винсент Ван Гог приедет в Амстердам, еще раз повторяю, это будет 1877 год, то он приедет вот на вот эту, эту станцию, которая сейчас, в принципе, не существует. Она здесь недалеко, да, то есть это немножко другой конец Амстердама. Наконец-то я расскажу, да, что же он здесь искал. Дорогие мои друзья, значит, когда Винсент Ван Гог сюда приедет в Амстердам, он еще раз вообще никак не связан с искусством. Его самая большая цель в этот момент – это стать пастором, как отец. Потому что отец Винсента Ван Гога, да, это был... очень уважаемый пастырь на юге Нидерландов, да, и этот человек вообще-то пошел по той линии, по которому шли в то время все, скажем так, Ван Гоги. У отца было множество братьев, да, там было чуть ли не 12 детей. И вы знаете, как интересно, была такая традиция у Ван Гогов, у семьи Ван Гогов в то время, что, в принципе, все мужчины, все сыновья занимались вообще-то двумя профессиями в основном. Это были или продавцы искусства, то есть арт-дилеры, скажем так, да, или это были священники, да, пасторы, и Винсент Ван Гог старший, да, Ван Гог старший, отец Винсента, был тоже пастор. Так вот, наш герой Винсент уже бы пробыл тоже младшим таким, скажем, арт-дилером, тоже уже попробовал это. Не получилось у него это особенно. Пожил он уже в Лондоне, пожил он у своего дядечки одного, дядечки другого. Да, в Лондоне уже, во Франции побывал. Арт-дилером вначале очень хотел бы быть, потом понял, что это все-таки не его. Потом в Голландию все-таки вернулся, в городе Дордрехте уже проработал в книжном магазине. Все что-то не его, все что-то вот как-то никак не идет. И решил он, что да, будет тоже пастырем, будет тоже священником. Это вот, да, это самое важное, да, Слово Божье. Так вот, для этого, друзья мои, надо было поступить на факультет теологии. И он находился здесь, в Амстердаме. Так вот, наш друг приезжает, да, в Амстердам, еще вот эту красоту не видит, но зато, да, находится вот именно здесь, на этом месте, пока эту церковь он тоже еще не увидит. Это будет церковь Святого Николая в самом конце тоже 19 века, она будет построена, он ее еле-еле не застанет, но здесь, по вот этим вот местам, прям вот буквально здесь, где я сейчас иду, он будет ходить очень-очень много, да? Дело в том, что наш Винсент пробудет в Амстердаме больше года, и я скажу сразу, что это будет приключение в его жизни, которое не очень удачно закончится. Будьте, да, со мной, оставайтесь со мной, я потом расскажу вам, почему очень многое потом все-таки не удалось. Вот. Дело в том, да, что поступить в факультет теологии Винсенту надо было сдать вступительный экзамен. Дело в том, что у него по какой-то причине, нам, в принципе, непонятной, диплома высшей школы не было. И вот что самое сложное для Винсента – это классические языки. То есть это греческий, это латынь, они ему давались, скажем так, крайне сложно. И
И для этого у него был частный учитель, такой Мендес да Коста. Он его очень хвалил в своих письмах брату Тео. Да? И Мендес да Коста был такой человек, который жил в центре еврейского квартала. Почитаемый такой учитель, потрясающий человек. Но даже у него, в конце концов, не получится нашего героя научить вот этому сложнейшим грамматике, вот этому вот языку, этим языкам. Да? Хотя Винзент был очень-очень хорошо говорил по-английски, в совершенстве по-французски, да, конечно, по-голландски, по-немецки он говорил. Но вот классические языки ему никак-никак не давались. И бедный Винсент от этого очень страдал. Вот, но об этом попозже еще расскажу. У нас тут идет стройка, сейчас не очень прям, скажем так, очень-очень красиво, к сожалению, да? Вот, но вот так сейчас выглядит место вокруг вокзала. Я очень надеюсь, вы тоже попадете. Потому что, конечно, мы вас очень-очень ждем, всех в Амстердам. Я думаю, что вы тоже вот как раз здесь сойдете когда-нибудь с поезда, да? И, может быть, кто вас знает, сразу на такой вот прелестный кораблик ступите, то смотрите Амстердам с воды. Так вот, куда отправится наш Винсент, куда он будет потом вообще-то ходить каждый день, вот как раз в ту сторону, куда я сейчас направляюсь. Вот если ехать или долго идти по вот этой вот дороге, вот туда, прямо, то, во-первых, вы уберетесь в мой собственный дом, потому что я живу прямо вот на этой улице. Она сейчас называется набережная принца Хенрика, принц Хенрикаде, а тогда она называлась Буйтенкалт. Вот, и вот это место, вот эта вот дорога, по ней будет Винсент ван Гог ходить каждый день, аж, ну, по несколько раз в день. И знаете, как примерно вот это все выглядело, вот именно этот вот угол, где я сейчас стою, вот так вот, в то время, когда здесь был ван Гог, еще раз, единственное, что он не застанет, это вот эту вот церковь Святого Николая, которую вы видите вот прям центрально, да, на моей картинке, он ее не застанет, но мы ее, но у меня просто не получилось найти фотографии, где церкви еще нет, понимаете, да, но вот это вот Буйтенкалт, вот эту вот улицу, он будет ходить здесь каждый день по несколько раз в день. Почему? Потому что тот адрес, где он будет жить, будет находиться в самом конце вот этой вот улицы. Я что-то очень думаю, что красный свет. Ой, зеленый свет. Вот, может, я его уже просто пропустила, потому что я заговорилась, такое возможно. Так вот, Винсент ван Гог будет жить в очень, кстати говоря, живописном месте в Амстердаме. Помните, я вам говорила, что у отца Винсента было много братьев, да, и что все они были или арт-дилеры, да, продавцы искусства, или они все были пастыри. А вот один интересный такой брат, которого звали Ян ван Гог, он был исключением, представляете, он был адмиралом. И Ян ван Гог имел квартиру на территории бывшего морского флота. И вот, друзья, смотрите, если вы будете просто вот по этой улице идти прям до самого конца, вы, в принципе, прям и уберетесь туда, на территорию бывшего морского флота. Называется по-голландски «Marine Terrein». И если вам интересно, как это выглядит, тогда зайдите ко мне на страничку и обязательно найдите эфир, который называется «Нетуристические места Амстердама», называется. Вот. И там я показываю эту потрясающую территорию морского флота, на которой когда-то, да, были корабли и все такое, такая огромная индустрия, а сейчас там просто, знаете, такой развлекательная территория, там локальные пивоварные, там люди плавают и загорают, там, честно говоря, просто прекрасно. И вот именно там посетился наш Винсент, прям вот в такой, скажем так, штаб-квартире адмирала. У него было очень милое там местечко, потому что, понимаете, конечно, очень живописное. И если бы он знал, что он потом будет писать картины, я думаю, что он там просто, ну, отписался бы этими картинами, понимаете, да? Ну, тогда он был занят другим, он же у нас целыми днями читал Библию, понимаете, да? Целыми днями повторял этот ужасный классические языки. Ну вот. И вот башенка,
которые Винсент видел неоднократно во время своих прогулок, потому что он каждый раз, да, оттуда, да, издалека еще раз, где была территория морского флота, ходил вот сюда, вот в старый город. И что же это за башенка? Она называется Схраер-Тора. Многие по-русски называют ее башня плача. Но это больше связано с такой романтичной идеей, что слово «Схраерен» по-староголландски – это плакать. И наверняка вот там наверху бывшие там вдовы, да, в 17 веке, когда уходили в дальний путь их мужья, платочками там махали, да, и горько-горько плакали. Вот, но, в принципе, слово «Схрай» – это просто угол. И она угловая башня, и это в Амстердаме самая последняя крепостная башня, которая осталась от бывшей крепостной стены. Их было много-много-много, а сейчас она осталась одна-одинешенька. И вот Винсент поворачивал так же, как и я сейчас поворачиваю. Так же он шел по этой улице, от вот Схраер-Тора. Да, он шел. Старый город. Винсент у нас был человек, который очень много ходил пешком. То есть он, честно говоря, весь Амстердам просто исходил вдоль и поперек. Я думаю, что он реально знал просто каждый фасад, да, каждую подворотню. Он очень любил Амстердам. Ну, как можно его не любить? Очень много писал, да, про Амстердам брату, отцу, матери, да, родственникам. И он здесь был не один. Родственники за ним очень следили. Родственники, скажем так, сразу, да, говорю честно, переживали за этого вот Винсента, да, потому что знали, как сложно было поступление на этот теологический факультет, и знали, как сложно давались ему языки и вот эти вот как раз предметы, да. И в Амстердаме жил не только вот этот вот его брат, его дядя Ян Ван Гог, у которого он жил. Мы сейчас вышли на набережную Хелдерсекада, где жил еще один дядя. А в Амстердаме будет еще даже и третий дядя жить, представляете? То есть все дяди за ними, так скажем так, следят. И, естественно, периодически пишут папаше, да, своему брату, что так, да, наш родственничек что-то тут это самое, не получается у него опять это, не получается у него опять то, понимаете, да? То есть все за ним очень следили. Так вот, что же я хочу вам показать на вот этой вот набережной, почему я сюда зашла? Дело в том, что вот в этих вот домах, буквально напротив, давайте немножко подойду поближе, да? Вот буквально в тех вот домах, буквально напротив, номер дома 77, Хелдерсекада 77, жил любимый, наверное, скажем так, дядя Винсента. И этот дядя, его звали дядя Стрикер, был пастырем, что для Винсента было тогда крайне важно. Винсент его очень часто посещал и очень долго и много с ним разговаривал, да, на всякие библейские темы, естественно. Вот. И у дяди Стрикера была дочь. Вы должны меня понять, да? То есть это полная, то есть это двоюродная сестра Винсента была. Ее звали Кей Фосс. И эта женщина Кей, она произвела на Винсента большое впечатление. Она жила спокойной жизнью со своим маленьким сыном, со своим мужем, которого она очень любила, но который был очень тяжело болен. Вот я могу даже показать сейчас портрет, фотографию, извините, вот этой вот Кей Фосс, вот она, со своим сыном. И Винсент был поражен вот этой, знаете, любовью между такая семейная жизнь, идиллия, как он писал Теодору. Должна сказать вам маленькую такую тригу, забегая 3 года вперед, что 3 года после того, как Винсент уже покинет Амстердам, вот этот вот больной муж Кей, он умрет.
и она останется вдовой. И Винсент потом по уши в нее влюбится. Значит, представьте себе, да, что он влюбляется в свою собственную двоюродную сестру. И потом, да, уже 3 года после нашего периода, о котором я рассказываю, он приедет в Амстердам. Знаете, для чего, друзья? Чтобы просить ее руку и сердце. Как вам такой момент, тик? Кей будет в абсолютнейшем шоке. Вот я сейчас как раз стою напротив дома ее отца. Вон, да, вон как раз напротив дома ее отца. И поэтому рассказ сейчас очень такой актуален. Она скажет ему в ответ 3 голландских слова. Учитесь. Слова, я думаю, подойдут, да? Будет когда-нибудь еще полезнее. Она говорит «ней нимер нойт». То есть «нет, ни за что, никогда», она скажет. Вот такая вот девушка, да? «Ней нимер нойт». И Винсент, он был упрямый человек. Он подумает, ну она еще растает, да, это он ее так... Она просто очень скромный человек, все будет хорошо, она меня еще полюбит. И он, сломя голову, приезжает опять в Амстердам, да, бьется там в дом, да, чтобы к нему вышла эта Кей. Она к нему так и не вышла. Выходит дядя Стрикер, да, с которым они были, ну, в принципе, тогда еще в хороших отношениях, и сразу ему говорит: «Винсент, навсегда забудь мою дочь». И он там еще пробудет 3 дня в Амстердаме, будет добиваться и добиваться, но потом он все-таки смирится с этим. Вот. Видите, люди стоят, кстати, в очереди, да, чтобы зайти в аптеку. Аптека очень маленькая, старинная аптека. И там может только по одному человеку входить. Поэтому логично, что им пока нельзя. Я аптеку знаю хорошо, это просто мой район, я тут тоже свои лекарства беру. Вот. А видите, да, что вывески тем временем поменялись. Со времен Винсента. Они теперь на китайском языке, видите? Винсент тогда этого еще не знал. Ха-ха. Вот. А дело в том, что сейчас это у нас китайский район, да, самое сердце китайского района. И очень-очень вкусная китайская еда. Ну вот, это маленький такой забег несколько десятилетий вперед. Хорошо? Возвращаюсь к Винсенту. Значит, я повторяю еще раз, да, что Винсент жил отсюда очень близко, минут, ну, 10 пешком. Еще раз, да, это было вот так. Он возвращал, он шел оттуда, где вот эта вот широченная эта улица с автобусами там идет, да, Принц Энрикаде. Еще раз, я там живу, это прям мой адрес, Принц Энрикаде. И Винсент по этой дороге шел каждый день. И что интересно, да, что та широкая дорога, которая сейчас просто, знаете, автомобили едут, да, и ничего такого интересного. Тогда это было просто мега-туристическое место. Вы что? В путеводителях 19 века вот та улица с машинами, она обозначалась как просто интереснейшее место, да, потому что там были корабли, паромы, да, и во всех путеводителях говорят, обязательно пройдитесь по Буйтенкант, обязательно, да, когда пойдете в Амстердам. Так вот, и наш герой вот так вот гуляет каждый день, потому что заходит к дяде Стрикеру он очень часто, да, нам надо же обговорить с таким почетным пастырем, да, свои убеждения какие-то, да, или свои какие-то идеи, которые он прочитал в очередной раз. То есть с Библией и с учебником по латыни Винсент не расставался, понимаете, да, он с ними спал. И реально я не шучу, когда это говорю, потому что, знаете как, Винсент был человек, конечно, ну, сложный, да, со своими всякими, знаете, такими странностями. Когда у него особенно не получался вот эти вот не получались задания по латыни, он, говорят, даже аж себя, ну, чуть ли не бичевал. Вы знаете, как священники раньше, да, вот как бы. И в крайнем случае он даже говорят, что он делал следующее. Он, чтобы себя наказать, выходил специально поздно вечером с территории морского флота, гулял по Амстердаму всю ночь напролет, прекрасно зная, что когда он возвратится обратно, двери, да, забор будет уже закрыты.
И ему придется тогда ночевать просто-напросто в подъездах. Он знал это, и он специально на это шел. Вот, понимаете, вот тут вот уже вот такой вот токсическая такая вот, да, момент. И, конечно, разум человека впадал в такие вот, знаете, как типичный для вице-демагога, да, он полностью уходил в идею, полностью. И если он уж что-то хотел, да, то он не мог думать ни о чем другом. Да, вот это было, в принципе, типично даже для того диагноза, ну, который потом ему тоже поставят. И, господи, для этих диагнозов, извините меня, она ставит ему уже, да, там, 30 или 40 разных диагнозов. Вот сейчас, в принципе, врачи сходятся к тому, что у него было биполярное расстройство, да, и в конце концов это приведет все, вы знаете, прекрасно к чему, да, к отрезанию и потом к самоубийству. Ну, а я тем временем вышла на площадь, которая называется Новый рынок, Нью-Маркт, где Винсент тоже очень часто находился. Вот это вот потрясающее здание, я несколько раз уже про него рассказывала. Если хотите узнать, какая потрясающая у него история, у этих бывших амстердамских ворот городских, то обязательно идите на мою страничку и смотрите эфир, который называется «По стопам Рембрандта». Потому что у нас же не только по стопам Ван Гога, да, эфир есть у меня, а еще по стопам Рембрандта. И там вот вы узнаете, какая потрясающая гильдия когда-то здесь была и что Рембрандт здесь сделал. Винсент Ван Гог обожал Рембрандта, обожал. И вот где же Винсент Ван Гог видел картины Рембрандта? Вот сейчас я очень-очень близко нахожусь у того здания, куда Винсент Ван Гог неоднократно заходил. Вот сейчас я как раз вам это расскажу. Скажу вам даже больше, да? Хотя наш герой совсем не занят искусством в это время, да, то есть он не создает картины в Амстердаме, он только решит стать художником 3 года спустя, в 1880 году. В Амстердаме мы знаем точно, что он сделал всего одну картинку. Могу даже показать. Ну, картинку, рисуночек. Вот, такой маленький рисуночек. Видите, ну, он был весь исписан на обратной стороне всякими замечаниями. А, там, про Библию и про все, да. А, вот. А и в то время Винсент сам не рисовал, он сам не писал картины. Но, как мы знаем, Винсент очень хорошо разбирался в искусстве. Ведь вы же не забыли, да, что несколько лет до этого он аж 16 лет, да, был уже вовлечен в этот бизнес, да, искусства, потому что он уже, да, работал на вот эту вот компанию, да, Купил и Ко, которая была и в Лондоне, да, и во Франции, а вот и в Гаге. То есть он уже занимался этим, через его руки прошли, да, множество гравюр, картин, он очень хорошо разбирался. Так вот, когда Винсент ходит по Амстердаму и видит, например, вот такие вот, ну, скажу, сейчас я покажу, вот такие, например, прекрасные цветочные вот такие вот лавочки, да, и не только такие, а когда, например, он еще идет на наш известный цветочный рынок плавучий. Кто был на нашем цветочном плавучем рынке? Я, наверное, сегодня до него не дойду. Вот, но Винсент Ван Гог там был очень часто. И вот он пишет своему брату постоянно: «Тео, ты знаешь, я сегодня увидел. Ну, ты знаешь, вот на цветочном рынке сидела девочка. Вот она могла просто выйти из картины». Да, вот, например, Мариса. Вот, например, я вам специально для этого эфира нашла картинку девочки, сидящую с цветочками, маму Мариса, да, и еще он говорил так, еще он очень любил такого художника, который сейчас мы все позабыли, который называется, которого зовут Агюст Альби, и вот он тоже говорит: знаешь, я сегодня увидел старушку на улицу, но она просто могла выйти из картины Альби, вот, а еще я был в таком, знаешь, внутреннем дворике амстердамском, ну, слушай, это был просто картина Добини, вот, Добини, да, известный французский художник, которым очень увлекался Винсент.
вот такой вот художник, да, Добиньи. Вот, то есть, а еще он говорил, ты знаешь, я только что увидел нищего, это, блин, на улице, да, но это было просто Афорт Рембрандт, вот, пожалуйста, да, известный Афорт Рембрандт, вот, знаете, амстердамского родителя. То есть, что я вам этим хочу сказать, что наш Ван Гог, наш Винсент, хотя сам, да, не занимался искусством, он везде видел картины, понимаете, он ходит по Амстердаму, да, проходит, например, около португальской синагоги, а там он был очень часто, потому что там жил его учитель по латыни, видит, например, людей, да, там бедных евреев, например, да, и сразу думает про Афорт Рембрандта, о, понимаете, да, то есть он везде видит картины. Немножко странно вообще-то, да, что, ну, не дошел он до такой мысли, что, в принципе, можно взять тоже, знаете, как вот чернила, да, в руки или там карандаш, да, и тоже начать делать какие-то зарисовки. Вот как-то он к этому не доходил в этот период его жизни, но он был просто абсолютно увлечен, конечно, Библией, да, и он страдал. То есть он реально страдал от того, что ему не давалось вот это вот несчастный этот греческий латынь, да, то есть это действительно было для него, была для него такая, знаешь, как, ну, каторга. Очень люблю вот это вот заведение, кстати, да, локальное пивоварное, где варят пиво еще по рецептам монашек, которые тут когда-то находились. Вообще, конечно, вот это вот весь район Нью-Маркта, Нового рынка, это потрясающий район. Вы обязательно сюда попадете и, может быть, даже со мной вместе на экскурсии когда-нибудь. А я тем временем уже подошла к тому месту, где Винсент любовался Рембрандтом. Единственное, что я немножечко огорчена тем, что сейчас здесь прям на месте канала, прям в канале, скажем так, идет стройка. У нас просто сейчас, да, в довольно плачевном состоянии некоторые набережные. У нас даже несколько дней назад набережная прям обвалилась. Прямо вот на глазах у прохожего, который это снимал. Прям бабах вот так полностью в канал. И поэтому сейчас идут много таких вот работ. Вот как здесь, да? И они, вся вот эта вот стройка, она, к сожалению, загораживает тот дом, о котором я просто обязана вам рассказать. Но я сейчас... Да, вы там были после моих рекомендаций. Да, это правда. Спасибо за комментарий. Так, друзья, извините за вот такое вот безобразие, да? Но зато вы видите, увидите тоже, как у нас реставрируют. Да, вот такие вот моменты. Видите, прям в канале вот такой понтон, да? Видите? И здесь происходит. Так, друзья, я хочу показать вам вот этот дом. Все сейчас смотрим на вот этот вот большой фасад, да? Посмотрите, какой это длинный дом. Какой-то длиннющий фасад, да? И я хочу вам обратить внимание на этот фасад. Понимаете? Дело в том, что вы все, наверное, знаете, что в Амстердаме дома у нас очень узкие, потому что, да, весь налог был на ширину фасада. Строить в Амстердаме очень трудно, да, очень сложно, поэтому на фасаде ты экономишь, на фасаде ты делаешь фасад очень узким, чтобы с этим сэкономить денежки, да, и поэтому как раз у нас просто какие-то катастрофические узенькие лесенки, и большинство туристов просто не знает вообще, как мы тут бедные живем, и как мы вообще поднимаемся в свои дома. Но это действительно нужно жить в Амстердаме, чтобы это уметь. Так вот, а тут, понимаете ли, да, происходит следующее. А тут у нас широченный фасад напротив. То есть это значит, что тот человек, который там жил, да, ну, имел просто огромное состояние. Так и было. В 17 веке в этом вот особняке, в этом, скажем так, даже не дом этот назвать, это невозможно назвать домом, да, в этом Статс-Поляйс, то есть в этом городском дворце,
жили два очень богатых брата, брать Трипы, которые занимались очень таким прибыльным бизнесом, до сих пор ничего не изменилось в нашей жизни. Если посмотреть на вот самую крышу, да, вот эту вот штуку на крышу, вот эту трубу, да, если посмотреть даже на вот эти вот две палочки в тимпане, видите, в тимпане, да, некоторые узнают сразу, что это такое, а некоторые нет. Это пушки. И вот братья Трипы в 17 веке торговали оружием и, конечно, серьезно на этом разбогатели. Вообще были, конечно, бизнесмены потрясающие. Они подаровали оружие в это время самим испанцам, то есть зарядным нашим врагам, с которым Голландия, да, Нидерланды воевали 80 лет, и они им же продавали оружие. Как вам? В принципе, все логично. Знаете, как голландцы сами тогда в то время на это отвечали? Если не мы будем это делать, то другие же этим займутся. Зачем нам бизнес отдавать в другие руки? Что, логично, правда? Так вот, эти Трипы безумно разбогатели. И в их бывшем особняке, который давно уже не принадлежит никаким Трипам, примерно с 1813 года, вот так вот, до 1885, наверное, да, был как раз наш Рейхсмюзеем, то есть наш национальный музей в то время был вот в том особняке, от которого я только что ушла. Вон его там еще видно. Видите, вот эта труба на крыше там еще видна, да? Так вот, наш герой ходил туда неоднократно. Он был чуть ли не, знаете, как бы один из самых таких частных посетителей, да, что же он там видел? Ну, как вы думаете, какая известная на весь мир картина находилась в то время вот в том вот особняке дома Трипов, да, то есть еще раз называется Трипенхаус. Ну, давайте я вам скажу, какая на весь мир известная картина там находилась. Я сейчас поставлю картину 19 века, смотрите внимательно. Вот мы на этой картине видим человека, да, служащего в музее, который рассказывает таким шикарным дамочкам, показывает им огромную картину. Те, кто разбирается правильно, я вижу правильный ответ, правильно. Те, кто разбирается в голландском искусстве, знают, что это самая большая работа Рембрандта, которая называется «Ночной дозор». Молодцы. Так вот, «Ночной дозор» действительно, да, находился там. То есть мы сейчас видим с вами картину прям вот интерьера этого Трипенхаус, этого дома Трипов. Интерьеры нам были, конечно, интересные. То есть нам в наших, вот как бы в наше время, честно говоря, не понять, как они в то время, да, какие интерьеры были в музеях. То есть там, например, висели картины просто на каждом свободном сантиметре, да, вообще-то, конечно, это было дико неудобно. И еще там были, как бы, «Ночной дозор» висел в таком довольно темном помещении, и, представляете, он был прикреплен на такой, скажем так, ставне, которую посетители могли сами поворачивать всю эту ставню с «Ночным дозором», да, который там 5 метров длиной, да, могли сами поворачивать получше к свету дневного. Вот как вам такая идея? Вот вы представляете, да, то есть вы идете в Национальный музей, становитесь около картины «Ночной дозора», и она прикреплена на ставни, и вы ее вращаете туда и обратно, чтобы вам получше было ее видно. Вот так смотрели, да, на «Ночной дозор». И так наш герой тоже смотрел на «Ночной дозор». И когда Винсент уже позже приедет в Амстердам, да, уже после всего этого неудачного теологического вот этого вот как бы приключения, да, он уже не пойдет в Трипенхаус, потому что с 1885 года откроется тот Рейхсмюзеем, в котором вы как раз или были, да, или когда-то уже были, или, надеюсь, еще попадете. То есть вот данное здание Рейхсмюзеем, нашего национального музея, оно откроется в 1885, и уже там Винсент еще раз полюбуется своими любимыми картинами. Так вот, я тем временем
выхожу очень вот такую очень милую улицу. Посмотрите, заметьте, портик с амстердамским гербом, да, тремя крестами. И заметьте, вот этот вот милейший домик с красными ставнями. Это официально самый маленький домик в Амстердаме. Официально. У нас просто есть домик с самым маленьким фасадом, а есть самый маленький домик вообще. Вот он как раз. Видите, какой, какой миленький, хорошенький. Там сейчас прелестный магазинчик с чаем и с тортиками. Вот, человек Нилс, такой мужчина, там изготавливает сам все свои тортики. Очень советую. Так вот, а о чем я? Вот видите вот этот вот портик, да, и видите вот это вот, вот это все место, да? Значит так, если зайти вот в тот портик беленький, вот если тут туда зайти, да, то там будет бывшая главная контора Ост-Индской компании в 17 веке. Так вот, слушайте меня внимательно, о чем я говорю, да? Вот вся вот эта вот территория, вот вся вот, которая до вот того угла, вот вся вот эта территория, вот весь вот этот вот, весь вот этот вот, все вот эти вот дома, они в 15 веке относились к монастырю, монастырю святого Павла. И почему я про него рассказываю? Потому что это будет важно для Винсента. Там будет одно очень важное, важное место. Я туда сейчас туда иду. Так вот, дело в том, что маленькая сейчас история Нидерландов, коротко, пока я туда дойду. Дело в том, что в 15 веке, да, весь Амстердам, в принципе, был просто, ну, застроен абсолютно множеством монастырей. Когда это был еще католический город, да, огромное количество монастырей, и почти что все были вот в этом вот районе. Вот покажу вам сейчас карту. Карту старого Амстердама. Вы сейчас видите карту Амстердама 15 века. Вот такой Амстердам был маленький. И на ней прям видны вот такие вот зелененькие квадратики. Это в основном все монастыри. Вот эти монастыри с этими садами, да, все-все-все монастыри, монастыри, монастыри. И вот был один монастырь в то время вот как раз на всей вот этой территории. И единственное... Ага, потом, подождите секундочку. 1578 год, начинается альтерация, да, то есть это официальный переход из католических рук в протестантские руки в Амстердаме. И, естественно, когда к власти приходят протестанты, то им эти монастыри не нужны, им эти монахи не нужны. А там жили, кстати, в этом монастыре, там жили конверзы, знаете, что такое, да, это светские братья, которые, в принципе, живут в монастыре, но они принимают на себя только часть обетов, да? Так вот, они там жили, они там молились и так далее, и так далее. Приходит, значит, альтерация, то есть вся власть в руки протестантов. Протестанты освобождают все эти монастыри. Там всякие абсолютно другие появляются функции, да? Там оружие они складывают свое, там, слушайте, ну что там только не было. И от всего-всего вот этого, всей этой красоты, всего огромного монастыря остается только вот одна их часовня. Так вот, эта часовня, она потом, когда город уже будет полностью протестантский, она перейдет в руки реформаторов из Валлонии. Знаете, что такое Валлония? Да? Это часть Бельгии. И в Валлонии находятся протестанты, это гугеноты. Гугеноты приедут сюда, в Амстердам, да, потому что здесь... Понимаете ли, островок свободы в этом смысле, да, то есть здесь они не преследуются. И они здесь, вот в этой вот часовеньке, которая осталась от того огромного монастыря, будет их церковь, где, конечно, все службы будут вестись на французском языке, потому что это валлонские реформаторы. И знаете, что самое интересное, что до сих пор это здесь происходит? Представляете, вот с 17 века, вот посмотрите, Иглис Валон, культ протестан а франце, туле диманш, да, то есть каждое воскресенье в 11 утра здесь, пожалуйста, приходите и слушайте службу на французском.
Так вот, друзья, я хочу вам сказать следующее. Когда в 1877 году Винсент ван Гог жил в Амстердаме, он сюда приходил чуть ли не каждый день. Он здесь очень полюбил одного пастыря, да, к которому он с большим уважением относился. И тот пастырь ему очень нравился своим подходом. Да, это был такой, знаете, ну, скажем так, почти что такой миссионер, да, который действительно занимался тем, что передавал веру так, как это нравилось Винсенту, да, то есть он был, в принципе, для нормальных, знаете, таких бедных людей, без всякого пафоса, да, Винсент с удовольствием его слушал. Только не подумайте, что это была вот единственная церковь, куда прям вот Винсент, да, с удовольствием ходил. Все, можно спокойно сказать, все церкви города Амстердама просто обходил наш Винсент ван Гог. Он был абсолютно везде. Он был в старой церкви, он был в западной церкви, значит, в восточной церкви, в северной церкви, он был в церкви, которая официально, где англиканская проходит служба, англиканская церковь, и она сейчас находится в дворике Бегинок. Потрясающее место в Амстердаме, дворик Бегинок, но я, к сожалению, не смогу вам его показать, потому что он закрыт в связи с коронавирусом. Вот, но я покажу вам картинку. Вот картинка англиканской церкви в дворике Бегинок. Вот картинка нашей самой большой церкви в Амстердаме, Вестеркерк, самая высокая у нее башня в Амстердаме, 85 метров. А вот, значит, Остеркерк, это тоже протестантская церковь, но она находится прямо вот в двух шагах от территории морского флота, где жил Винсент, да? И он обходил их все, и он слушал просто все службы на разных языках. И везде, да, старался что-то, чему-то новому учиться, что-то новое услышать, чтобы использовать для себя. Вот так. Так вот, вы помните, да, что я хотела сказать, что, к сожалению, ну, не получалось у него это все. В общем, ему он становился все, скажем так, печальнее и печальнее в Амстердаме. В общем, ему тут все было настолько в тягость, да, то есть он очень любил город, он очень любил вот эти вот прогулки, вот эти вот посещения церквей, но он все больше и больше стал понимать, что не достичь ему просто-напросто вот того уровня, да, чтобы вот именно в классических языках, да, чтобы сдать вот этот вот вступительный экзамен. И, вы знаете, некоторые говорят, что он, в принципе, мог бы это все сдать, да, но что он, в принципе, понял в какой-то момент, что он аж даже и не хочет просто-напросто. Я до сих пор иду по следам Винсента ван Гога и сейчас дойду до места, которое тоже с ним очень связано. Так вот. И в какой-то момент, да, письма, видимо, Винсента своим родственникам и папе, и маме стали настолько грустными, что, представляете, что случилось? Его отец из города Этен, да, на самая там такая деревушка на юге Нидерландов, приезжает, да, лично в Амстердам, чтобы с ним поговорить на эту тему, да, что вот как так, что же ты будешь делать? А он, дело в том, что Винсент скажет в своем одном письме, скажет своему отцу следующее: «Папа, ты знаешь, я решил, что не быть мне пастором, да? Ты знаешь, меня намного больше интересует профессия миссионерства. То есть я хочу проповедовать бедным, я хочу проповедовать настоящим людям. И понимаешь, отец, не нужна для этого никакая латынь, не нужен для этого никакой греческий, да? Мне нужны мои книги, моя вера, мое сердце, да, и моя речь. Понимаете, да, о чем, как бы, в принципе, Винсент здесь прав, да?
Но для эта идея для его отца просто ужасная, что его сын, да, вот впадет вот такой, знаете, как, скажем так, самое-самое, ну, низкое, на самый низкий уровень, на который, как бы, возможно дойти, да, если ты священник. То есть вот быть таким вот евангелистом, заниматься миссионерской работой. Приезжает, значит, его отец и говорит: ни в коем случае, да, ты должен продолжать, ты все это сможешь, ты все это сумеешь, да, у тебя потрясающий, значит, учитель и так далее. То есть вбивает в его вот эту, как бы, надежду. В принципе, Винсент такой милый, он так отца любит в этом смысле, да, что он старается, действительно, после этого еще вовсю старается, но очень скоро он поймет, что все-таки это не его. Куда я пришла? Я пришла на место, которое я очень люблю, и где я сама 6 лет подряд ходила вот прям вот тоже здесь, как и наш герой Винсент Ван Гог. Дело в том, что вот если зайти в тот портик и сразу повернуть налево, там будет факультет истории искусств, как раз, да, где я училась, на искусствоведа. Там же факультет литературы, там же сейчас факультет теологии, да, там же как раз то, чему, да, к чему стремился Ван Гог. Но когда сам Ван Гог жил в Амстердаме, здесь не было факультета теологии, оно было в другом месте. А что же здесь было? Здесь был музей, в котором находилась личная коллекция такого богатого-богатого купца там 17-18 века, и которая потом перешла в руки государства. И вот здесь была потрясающая коллекция. Дело в том, что здесь была одна работа, на которой я хочу остановиться, потому что Винсент любовался ей так, что в каком-то своем очередном письме брату Тею он скажет: «Брат, перед этой картиной я могу 2 недели сидеть на хлебе и воде». То есть она произвела на него большое-большое впечатление. Я сейчас говорю про картину «Еврейская невеста». Друзья, вы когда-нибудь «Еврейскую невесту» видели? Вот эта вот картина Рембрандта. Она была, кстати, у меня в сторис. Да? Я там спрашивала, кем она написана. Она написана Рембрандтом. И вот Винсент был потрясен этой работой, да, вот этой вот безумной этой вот нежностью, этой любовью, этими мазками, этими красками, действительно. Я, конечно, не могу вам сейчас, да, на словах, на вот такой вот картиночке рассказать, какая-то потрясающая красота. Вы должны просто приехать в Амстердам, пойти в Рейксмюзеум, да, и сами увидеть эту работу. Это действительно... Это действительно красота. И Винсент будет сидеть перед этой работой в буквальном случае, прям вот буквально, да, до закрытия музея. И так вот, я сейчас вам еще раз покажу портик, в который входил Винсент Ван Гог, чтобы там, да, полюбоваться вот этой вот картиной, ну и другими произведениями искусства 17 века. Не всегда он мог сюда войти, когда он этого очень хотел. Знаете почему? Потому что не всегда мог заплатить вход. Да? Иногда это было 10 центов сам вход, да, по каким-то там воскресным дням. А вот иногда вход был 50 центов, и это было ему уже не осилить. Слушайте, да что там, понимаете, продажа входную плату? Иногда наш Винсент, да, как постоянно, да, ходил на все службы, иногда у него не было средств на пожертвования в церкви. Знаете, да, когда ты вот слушаешь службы, и потом проходят с такой шапочкой, да, и собирают у всех денежки, монетки, да. Иногда у нашего Винсента даже не было денег на вот такой коллект. И вы знаете, один раз он положил туда, вот эту шапочку, потому что ему было стыдно не положить ничего, он положил туда свои серебряные часы, да, то есть, которые, конечно, были семейные серебряные часы. И говорят, что в этой церкви аж такие были честные люди, что по инскрипции в этих часах было понятно, кому они принадлежат. Секундочку.
буквально на следующий день эти серебряные часы доставляют обратно вот в тут вот, вот в ту вот квартиру адмирала, да, морского флота, где жил Винсент. То есть ему отдали эти серебряные часы, то есть не взяли в качестве пожертвования. Но вот как, какой вот интересно, да, вот какой характер был у человека, понимаете, да? Как он полностью уходил вот в это вот. Вот эту вот идею, да, что вот как он полностью мог жить вот этой вот службой, как он это в себя просто вот всасывал, вот эту всю информацию, да, что он не мог абсолютно не уйти, не бросив в эту шапочку хоть какую-то денежку, что аж даже отдает, да, то самое ценное, что у него, в принципе, есть, вот эти вот серебряные часы. Вот мне очень понравилась эта история в этом смысле. Так вот, и... Друзья, я, видите, время уже почти не осталось, а очень жаль, потому что там у нас как раз дворик Бегинок, да, там у нас как раз вот эта вот англиканская церковь, куда Рембрандт постоянно ходил, там у нас, значит, цветочный рынок, который... Ой, Рембрандт постоянно ходил, что я говорю? Ван Гог постоянно ходил. Там у нас цветочный рынок, который Ван Гог постоянно посещал, да, там у нас и другие церкви, куда он... ходил. Но я надеюсь, что за этот почти что час я смогла вам передать, да, вот тот Амстердам, который очень любил Ван Гог. И я действительно прошлась просто вот, ну, буквально в случае по стопам Ван Гога, потому что он именно по этим улицам и ходил, когда посещал вот эти вот службы, когда посещал церкви, когда посещал музеи, да, и что наш герой сделает впоследствии? Он из Амстердама уедет, для него организует отец обучение в такой миссионерской школе в городе Брюсселе, да, и там нужно, там вот что хорошо, там, что там греческий и латынь не нужны. И там, в принципе, уже разрешалось, да, буквально после 3 месяцев обучения уже разрешалась практическая деятельность. Вот на это и побежал наш Винсент, да, туда. То есть ему дико понравилась эта идея. Ой, дорогие друзья, у нашего героя даже не получилось ничего даже там, даже в Брюсселе, потому что после этого испытательного срока его там не принимают. Представляете, вот какой он неудачник в этом смысле, да? Не... И что делать после этого? После этого он поедет исповедовать уже Евангелие бельгийским шахтерам. Вот просто в самые-самые бедные места в Бельгии, и будет там как бы с нищими людьми работать. Друзья, я могла бы о Винсенте Ван Гоге говорить еще точно час, но я должна с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилась эта прогулка, и я сделаю следующее, да? Я задам вам вопрос, слушайте его внимательно. Какая профессия была у того дяди Яна, который не был ни арт-дилером, ни пастырем? Какая профессия у него была? Запоминайте этот вопрос. Вы будете отвечать на него не здесь, а уже в комментариях под сохраненным эфиром. Дело в том, что я для вас решила сделать подарок. У меня есть подарочек из музея Ван Гога. И тем, кто ответит правильно на этот вот вопрос, я разыграю уже в генераторе случайных чисел, я разыграю этот подарочек из музея Ван Гога. То есть пишите под комментарием, пишите в комментариях под сохраненным эфиром, не здесь, не здесь, а в комментариях пишите ответ на этот вопрос. Какая профессия была у дяди Яна? Он был не пастырем и не арт-дилером. Дорогие мои друзья, я благодарю вас за компанию. С вами было очень-очень интересно. И давайте обязательно до следующего раза. Хорошо? Все. Всем пока из Амстердама. Пока.